Привіт, друзі! Знову я, Нелі Толмач, запрошую вас на зустріч на наш дитячий майданчик. Сьогодні ми приймаємо гостей у себе вдома. Сьогодні до нас завітали вельми цікаві гості. Це майбутні інженери, конструктори, винахідники новітніх технічних приладів, які сьогодні вже роблять перші кроки на шляху до своїх досягнень. Зустрічайте, будь ласка, вихованців гуртка радіотехнічного конструювання обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Олександр Лященко у нас у гостях, Іван Штанько, Володимир Русаков, а також керівник, відмінник освіти України Ігор Євгенович Драпун. Я вас вітаю і дякую, що сьогодні ви у нас у гостях на нашому майданчику. Доброго дня. Доброго дня. Ігоре Євгеновичу, перше запитання хочу поставити вам. Я знаю, що у вас величезний досвід роботи саме з кружківцями. Майже 30 років у цій сфері. Чуть менше. Практично. А цей гурток – це ваше дітище? Да, мої. Як відбулося створення цього напрямку? І знаю, що ви працюєте за авторською програмою. Розкажіть, будь ласка. Ну, начинал я работу вообще на городской станции иных техников. Там создавался кружок радиотехнического конструирования. Программы тогда были типовые, то есть тогда не было проблем никаких. А здесь, в областном центре, я работаю уже 12 лет. Вот, и когда вот как раз получилось такое, что программы как-то у нас отменили общие, у нас появились программы авторские. Ну, поскольку опыт работы у меня все-таки большой, авторскую программу я, конечно, составил, кружок работает по авторской программе. Он у нас предусматривает три уровня обучения, в зависимости от подготовки детей. Вот, занятия у нас идут три раза в неделю по 3 часа, мы занимаемся с детьми. Я считаю, что этого, в принципе, достаточно. Какую цель больше там особо нет. Преследуете прежде всего? Основная цель у нас – это чтобы дети могли самостоятельно творить. То есть вот сами могли принимать решения, не просто по какой-то подсказке, где-то что-то еще, чтобы они могли творить сами. Ну, вообще процесс достаточно длительный, особенно, понимаете, в нашей области. Для того, чтобы что-то здесь начать делать вот самостоятельно, все-таки надо время. Надо знания, надо теоретическая подготовка, умение работать там не только с какими-то простыми инструментами, с приборами измерительными. Знания, конечно же, здесь нужны основы. Я так понимаю, что знать о металле, знать здесь основы физики. А какого возраста вы принимаете прежде всего? Это мальчишки у вас в основном? Ну, у нас кружок рассчитан на детей с 7 по 11 класс мы принимаем. То есть те, которые уже знают какие-то... Ну, тут даже не знают. 7 класс они начинают изучать физику. Только начинают. Ну, тут даже, понимаете, вот разница даже в один год. Вот дети 6 класс и 7 уже сильно отличаются друг от друга просто даже вот интересом. Шестиклассник, он может... Ему нравится дома что-то ковырять, что-то ломать. А приходит на кружок, он не понимает, что он столкнется здесь с теоретической подготовкой. То есть, когда надо, как в школе, что-то записывать. Когда надо что-то выучить. Ему делается неинтересно. А вот 7 класс нет. 7 класс уже относится к этому более ответственно. Значит, то, что касается мальчиков, ну, почему-то такое вот заблуждение бытует, что радиотехнический кружок – это в основном такое чисто мужское направление. Но сегодня вы видите, самые лучшие все-таки парни. Да, конечно. Но у меня вообще за всю вот деятельность кружка нашего существования, у нас девочек было не так уж много, но девочки все были замечательные. У меня была такая Оля Зуза, победитель областных соревнований по радиоконструированию. У меня была такая Марина Нефитна. Она потом вообще, на работе это очень, наша специальность пригодилась. У меня вообще Маргарита Алимова, она закончила наш техникум по электроспециальности с красным дипломом, потом закончила Могилянку, там есть специальность сейчас, такая хорошая специальность, электронная медицинская техника, опять-таки с красным дипломом. Сейчас она преподаватель в техникуме, опять-таки спецтехника, электроника, девочки. Девочки, я просто к чему говорю, что это не обязательно. Девочки, кстати говоря, к учебе относятся намного, даже более ответственно. Это мы знаем, что девочки, конечно же. И очень хорошо, что вы видите, девчонки развиваются в такой, казалось бы, сфере, где больше себя уютнее, увереннее чувствуют мужчины, парни. Шановні друзі, зараз я хочу запросити і наших гостей, і вас у маленьку подорож сторінками, знаєте, альбому такого сімейного, альбому з гуртка, там, де саме відбувається все це.
найбільш основні умови на шляху до перемоги? Які основні фактори формують, знаєте, умови успіху, успішного завершення певної справи? Саме зараз ми поцікавимося у наших гостей. Саше, першого я хочу до тебе звернутися. Скажи, будь ласка, як сталося, що ти став гуртківцем? Просто в один день я прийшов на день відкритих дверей. И я вообще даже не знал, что есть такой кружок, но зашел просто поинтересоваться, и как-то мне стало интересно. Сколько лет тебе было? Тогда, я думаю, лет 11 мне было, наверное. То есть только-только начало? Или у тебя с детства были какие-то вот такие интересы именно этого направления? Как-то не особо, просто хотелось пойти на какой-то технический кружок и как-то проявить себя. Что сегодня ты уже умеешь? Что дало тебе занятие в этом кружке? То, что вот какие-то базовые навыки технические, дома могу что-то сделать. И уверен, что дальше мне это в школе поможет, когда у нас по физике мы начнем проходить эту тему, то... Скажи, пожалуйста, Саша, вот как ты считаешь, с чего надо начать для того, чтобы получилось? Это, знаешь, вот тот опыт, которым делятся все ребята вот в нашей программе, потому что это очень индивидуально и все имеет место быть. Это то, что ты уже прошел, это то, что сегодня ты уже знаешь и умеешь. И, собственно говоря, какие ошибки можно, знаешь, как бы допустить на этом пути, что можно пройти мимо для того, чтобы на самом деле получилось? Прежде всего, я считаю, что тут очень большую роль отыгрывает усидчивость, потому что у нас много теоретического материала, и просто многие в самом начале, когда приходят, видят эту теорию, как-то им не хочется дальше заниматься. Скучно, да? Да, думают, что придут сейчас. Как в школе, да. Возьмут паяльник, начнут паять, а тут не так. Саш, правда, когда ходишь в кружок, я вот помню по своим ощущениям, дочь у меня, и вот с вами уже я общаюсь, в кружке хочется развлекаться и абсолютно, полностью переключиться от школы, чтобы это было творчество, чтобы это было ярко, весело, а у вас же не так? Так. А как? У нас своя дружеская атмосфера, то есть мы общаемся, проявляем себя, то есть свое творчество. Каждый делает вот то, что он хочет делать. Что хочется тебе? Я интересуюсь, сейчас я, например, занимаюсь светомузыкой, она уже почти готова, она уже готова, просто сейчас нуждается в настройке. То есть начинается процесс с чистого нуля, да, вот с чистого листа? Да, вот. С идеи. Рождается идея. А идея рождается у тебя или по совету, например, руководителя? Я захочу, руководитель уже направляет меня в это русло, правильно? Да. Какие самые главные твои вот достижения? Что тобой уже сделано? То, что, собственно говоря, является твоей гордостью? Блок питания, который... Давай, у тебя есть? Да, доставай, мы покажем. Да, я сегодня его принес, продемонстрировать вам. Он, предназначен для того, чтобы питать от него, от сети различные устройства, платы печатные. Для наших нужд он вполне подходит. Для домашних бытовых нужд, да? Для домашних, кстати, он тоже может пригодиться. Вот. Допустим, аккумулятор зарядить какой-нибудь. Больше для наших технических таких. Технических, да. То есть это более локально, да? Мы занимаемся в кружке, у нас занятия 3 раза в неделю. В принципе, маловато, конечно. Что там 9 часов в неделю для ребенка. Что-то он делает, что-то не успел закончить на кружке. Конечно, он забирает домой, у него свободное время есть, может поработать. Блок питания – это та вещь, которой можно все это подключить. Понятно. То есть надо же как-то ему питаться. Вот на батарейке, конечно, разориться можно на одних батарейках, тем более их надо разное количество разных напряжений. Эта штука позволяет любую схему, которую мы на кружке делаем, подключить, проверить знать, и настроить. Надо еще знать, как ее сделать. Разумеется, да? Здесь у нас же, Саша, скажи, что самое трудное в изготовлении блока питания? Это корпус самый. Корпус? Да. Это сложное самое? Да. То есть внутреннее начинка? Не столько сложное, сколько кропотливо и долго. Очень много времени. Сколько ты занимался, трудился? Корпусом, наверное, месяц я его делал. Я думал, что это будет намного легче. Электронику он сделал
Ну, за 3 занятия. Ой, чудеса, чудеса! Ребят, никогда бы в жизни я не подумала, что это... Да, вот, кстати, это... еще одна вот вещь. Ну, так уже, ладно, уж раз вспомнил пока. Открываем. Что опять-таки считается, что вот кружок радиотехнического конструирования, это у нас в основном паяльник в руке, мы с паяльником. На самом деле у нас, конечно, очень много работы идет именно вот такой вот, какой-то слесарной, токарной, что-то вытачивать, выпиливать. Вообще у нас основной инструмент – это не паяльник, а карандаш, на самом деле. Рисование схем, создание печатных плат, вот эскизы, чертежи, потом по ним что-то делать. Это вот основная работа. Ну как, не основная, основная, конечно, у нас электроника, но очень много. Вы же видите, аккуратно сделать. Скажем, это... Скажем, сопутствующее, да? Конечно, ну, если бы вы посмотрели, вы бы сказали, что это купили. Да, я сразу подумала, что это, а это вот мальчишка корпусный делал верх, я думала, что на самом деле это купили. Ну мы принципиально как-то не пользуемся готовыми корпусами, они сейчас есть в продаже, ну, сами понимаете. Приятно, приятно. Знаете что? Что здесь вот рождаются будущие мужчины в том числе, которые не будут бежать на рынок, да, как это сейчас у нас принято, а будет создавать что-то дома собственными руками. Иван, рассказывай о своих достижениях. Ну вот одним из последних моих приборов, которые я сделал, это вот концепт части умного дома. Сейчас это очень популярная тема. Множество людей пытаются как-то улучшить свой дом, и эта система позволяет создать защиту от скачков напряжения, а также имеет несколько датчиков, например, датчик дыма и газа, для того, чтобы контролировать, например, тоже возникновение пожара или же утечку газа дома. Также имеет встроенный GSM-модуль, который может отправить сообщение на почту или же на телефон владельца дома о случившейся какой-то аварии. Вань, ты знаешь, вот уютный дом – это, в принципе, это уже… умный дом. Умный, да. Дом, и это то, что уже, в принципе, на слуху. Каждый из нас, в принципе, как бы по мере возможностей старается свой дом вот начинить чем-то для того, чтобы он стал лучше по качеству, да, вот даст нам качество жизни. Как ты считаешь, в чем твое новаторство в этом направлении? Для создания этого концепта был проведен анализ патентной информации, задействовались какие-то ресурсы интернета, там, книжки считались. Источники разные. Да, разные источники использовались. И на основе этого анализа уже создавалось то, чего не было до этого. То есть данная схема как бы позволяет... установить этот концепт в каждом из домов, и он будет доступен каждому. То есть... Представляешь, как интересно. Как долго ты работал над этим изобретением? Все дело в идее, и идея, это, наверное, самое долгое для меня было, то есть придумать то, что я хочу сделать, а уже потом собрать это все и настроить, заняло... Примерно, может, месяца полтора-два. Что предшествовало этому? С чего все начиналось? Как долго, вот я хочу, чтобы ты развернул, как ты поступательно к этому шел, к такому итогу, достижению своему? Ну, это не первая моя работа. У меня уже был опыт работы на кружке. И до этого был опыт защиты в Малой Академии Наук. И там тоже проводится некий анализ того, какие дети что делают, кто чем занимается, кто чем интересуется. И уже это тоже повлияло на мой выбор, какую же тему для своей работы выбрать, что же мне сделать такого, чего нету у остальных. Классно. Игорь Евгеньевич, давайте вот сейчас будем делить, где заканчивается ваше творчество и где начинается их творчество, и что первично? Вы знаете, вот Ваня вообще, он очень долго идею. Так. Он идею, вот он идею. Но вы же плекаете, потом... это тоже. Конечно, я ему подсказываю, а вот давай мы, если вот с этой стороны подойдем, вот начинаем подходить с этой вот стороны. Вот это мудрость, вот да? Как Ваня говорит, начинается поиск в интернете, по литературе. Оказывается, все уже сделано в этом направлении. Да. Неинтересно в этом направлении работать, ничего нового не изобретешь. И вот так потихоньку где-то что-то складывается. Причем многие вещи складываются, вот этот вот умный дом, в принципе. Я же говорю, это сейчас модно, это сейчас даже выпускают там специальные какие-то наборы по оснащению этого умного дома. Дорогущие, жутко, страшно дорогущие, и нельзя сказать, что надежные. Ну, а здесь просто исходили из таких вещей, что вот сделать что-то такое, чтобы сигнализировало об опасности. Ну, вот...
Ваня этим занялся, по-моему, преуспел. Правда, очень хорошо преуспел. Да. При этом у нас, вот вы говорите, где кончается мое творчество, начинается их. Нет. Я, в принципе, только помогаю. То есть вот это я не всегда, тандем? Да, нет, ну как, это тандем, я же тут присутствую всеми, я никуда не ухожу. Но я им всегда, сколько у меня было кружков, я говорю, это лаборатория ваша. Я здесь просто для того, чтобы вам помогать. И, наверное, поэтому ну, вот, нравится ходить на кружок. Потому что воспринимают кружок как свой дом. Это очень хорошо. Это второй дом. Вы же сами представьте, мы же не школа. В школу хотят, ходят, не хотят, все равно ходят. Да. А у нас ходят, потому что интересно. Это и вы сами сказали, важно. Как может быть у нас интересно. Это очень зависит от того, какую атмосферу создаете вы как руководитель, и насколько взаимопонимание, и насколько можно увлечь, потому что сфера очень сложная. Согласимся, сложно. Правда? Владимир, давайте делиться вашим опытом. С чего начался ваш путь? Ой, ну у меня история очень интересная. С книжки про пиратов. Так. Примерно, да. Сказки, фантастика. Да. Ну, Стивенсон. Во-первых, о кружке я узнал не сразу, это был какой-то Новый год, и там большая компания, там знакомые знакомых посоветовал там что-то вот пойти и заняться. Я сразу, ну я, во-первых, не думал, что такое есть вообще в Николаеве, вот, но всегда этим увлекался. Там что-то раскрутить, поломать, это всегда мое. Вот, потом как-то зашел, посмотрел, с мамой пришли, меня записали, я с радостью ходил, участвовал в соревнованиях постоянно, каждый год в областных, там первые места все время. Вот, потом в какой-то прекрасный момент меня переклинило, я решил там заняться литературой, почитал там книжечки, посмотрел фильмы там про пиратов, смотрю там клады у них, так. Вот, думаю, надо клады там посмотреть, поискать. Сделала металлоискатель, в принципе, могу его продемонстрировать. Вот как рождается идея, абсолютно не знаешь, с какой стороны. Вот, в принципе, схема этого металлоискателя. Это не первый. Можно найти как бы в интернете очень спокойно. Называется клон. В принципе, схема довольно сложная. Так, в чем же особенность? Особенность в том, что, во-первых, он подстраивается под среду, в которой используется. То есть, если подключить, ну, включить его, например, где-нибудь, где много гвоздей, например, угу. каких-нибудь, то он на них реагировать не будет. Он сосредотачивается локально, да? Да, да, да. Угу. И вот он будет реагировать только на металл более большого объема. Представляешь? То есть и даже здесь, вы видите, вот казалось бы, металлоискатель, ну что нового можно, да? Вот это мы знаем об этом изобретении. Нет, но это в принципе есть у вас в схеме. Вот то, что новое, здесь там вот есть разъем для наушников. Понятно, то есть, но это, ребята, вы занимаетесь в какой-то степени и усовершенствованием того, ну, вы продолжаете, да, направление, и как очень интересно, что это, под, знаете, как под призмой вашего восприятия, как это рождается, откуда это рождается. Ну, вот примерно это... как все происходит. Сначала проводится анализ литературы, там, в интернете что-то ищется, в книгах, в журналах. Там, вот. Потом находится несколько схем. Как правило, вначале на них просто смотришь, думаешь, ну вот якобы должна работать. Она собирается, смотрим, ну как-то не так, как нам нужно, не работает. Собирается другая, следующая, потом понимаешь, что в одной схеме что-то хорошо, в другой что-то еще лучше, в третьей что-то вообще не работает. И вот ты как-то комбинируя эти схемы, собираешь что-то свое. Молодцы. Вов, сегодня в каком классе ты учишься? В 11. В 11. Что будет дальше? Потому что, по сути дела, знаете, я сегодня очень радуюсь тому, что я, знаете, как бы общаюсь с людьми, которые составляют уже будущее на сегодня нашего мира. Это за вами прогрессивные какие-то достижения, разработки, качество, в конце концов, нашей жизни. Профессия какая будет? Ну, скорее всего, конечно, технологическая какая-то. Как бы связано с кружком, естественно, будет проще учиться, проще найти потом работу. Проще. То есть конкретного пока что нет направления в поиске? Нет, ну вот сейчас, например, я работаю в лаборатории над роботами, над искателем. Вот, исходя из этого металлоискателя, сделал простенький металлодетектор, который просто, ну, фиксирует на наличие металла. То есть, если есть металл, он там загорается за диодик и все. Молодцы. Вот, там будет как бы робот готов, будет сам ездить, искать мину, если есть мина, выкидывать маркер. Вот все началось вот с книги про пирата. Игорь Евгеньевич, у нас очень мало времени. Конечно, каждый из ваших воспитанников – это отдельная история, это отдельная можно страница. Но я знаю, что еще у вас много достижений, таких интересных открытий. И я сейчас хочу предложить режиссеру показать фотографии. А вы, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, это работа вот присутствующего Саши Лященко. Это имитатор трели соловья. Ух ты. Значит, штука уже собрана, только, ну, как мы говорили, корпус для нас длительный процесс. Она немножко нуждается в настройке, ну и, конечно, внешнее оформление. Это дверной звонок, я так понимаю. В принципе, да? можно использовать в качестве дверного звонка, но сделано он очень интересно и очень аккуратно. Так. Это такая вот игрушка интересная, значит, называется она рулетка. Там в середине есть кнопочка, если ее нажать, удерживать, вот эти огоньки вокруг начинают быстрее вращаться. Когда отпускаешь, они, наоборот, замедляются. Где она применима? Она применима для различных игр, ну вот, например, там, знаете, вот эти вот брейн-ринги всякие, там, что, где, когда, вот, крутнули, вопрос выбрать. Видите, интересно, откуда? Такие. Да, и еще звук издает такой, как шарик катится, знаете, вот. Так, вот она рулетка. Это она рулетка, это Дима Тоболин делал у нас. О, это, ну, это, я же говорю, это металлоискатель Вовы Русакова, только вот вид изнутри. То, что показывал. То есть это то, что там внутри находится у него, ну... Там еще много чего, очень но это основная сложно. Плата. Ну вот стоит там, вот видно, такая большая-большая микросхемка, это вот он и есть микроконтроллер, который программируется. Вы видите, на самом деле, вот с каких деталей состоят такие предметы, которые для нас, в принципе, кажутся обыденными. А когда оно еще усовершенствуется, когда рождается что-то новое, это как бы для меня это вообще чудеса на самом деле. Так, мы продолжаем знакомство. Так, ну это уже у нас было. Так, дальше продолжаем. Значит, вот это экспонат интересный очень, лазерный тир, кстати, всегда у детей вызывает повышенный интерес. Значит, пистолет, в пистолете стоит лазерный излучатель, стоят мишеньки, при поражении мишень загорается красным цветом. Обычно вызывает такой ажиотаж, особенно у малых детей, оттащить от этого тира, ну, очень сложно. Особенно, когда они летом к нам приходят, знаете, вот школьные лагеря дворовые. Они же приходят на экскурсии, и вот такие экспонаты. Это устройство называется тестер, логический анализатор. Он может работать как генератор, как частотомер, как вольтметр и как логический анализатор логических уровней. Значит, тоже собран на микроконтроллере. Это мой ученик такой, Леша Литовченко. Он сейчас в КПИ учится, насколько я знаю. В том году школу закончил. Ну, вот это вот его последняя работа на кружке. Вы видите, действительно, достижения есть. И я так понимаю, что это продолжение имеет в профессиональной сфере. Конечно. Ну, у нас многие. Это вот устройство, мы опять-таки, видите, оно без корпуса пока. Это светомузыка. Тут целых два микроконтроллера. Один обрабатывает сигнал, другой уже управляет всеми источниками. Очень интересная, кстати, штучка. Может работать на расстоянии от микрофона. То есть достаточно голосом говорить, она уже на него реагирует. Представляете? Вы знаете, время нашей встречи подходит к завершению. Конечно же, я так думаю, что мы открыли направление. Но каждый раз, Игорь Евгеньевич, вы будете приходить и рассказывать о новых ваших достижениях. Ну, если пригласите, конечно же, придем. Это интересно. Это та сфера, которая существует у нас здесь в жизни. То, что улучшает качество жизни. И очень-очень приятно, что это молодое поколение сегодня формирует уже, знаете, ту базу, которая потом в будущем, я так думаю, что только даст расцвет и в творчестве, и, возможно, и в жизни вашей, в направлениях, в реализации. Спасибо вам большое. Дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Я хочу побажати, щоб ви ні в коєму разі не зупинялися на шляху до здійснення ваших мрій, тому що, можливо, саме ви станете автором, винахідником певних напрямків, певних досягнень. Дуже дякую вам. Спасибо вам большое. Я хочу привітати і вас, шановні гості, і наших глядачів з Новим Роком, з Різдвом Христовим, побажати нових досягнень, перемог, ні в коєму разі не зупинятися у прагненні зробити цей світ кращим. До зустрічі в ефірі, до зустрічі вже у новому 2016 році.